пришли угостить Лолу и Чипа. Чип весь день возле Лолы, пытается за ней ухаживать. Лолочка. Полетела курица в трубу. Давай Чипу, Чипу, Чипа. Чипа. Чипа, Чипа. Чип. Чипа, подожди, не кидай, он ушел. Чип. Чипушка. Ричард, иди сюда, Ричард. Иди, Ричард. Иди, Ричард. 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 Ричард, иди, Ричард. Ричард. Иди, Ричард. Да вон Ричард лежит, ну. Иди, Ричард, иди, иди, Ричард. Ричард. Попробуй кинуть курицу сейчас в трубу, он, может, подойдет. Ричард. 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 Лолочка взяла. Ричард, иди, Ричард. Лолочка кушает. Чип, ты не хочешь? Курицу уже съела? Нет, она курицу. Курицу кушает. Лол, как бы Ричарду кинуть, чтобы он подошел. Видишь, какой джентльмен это кто? Это Чип. Чип. Не отбирает. Какой джентльмен просто. Охраняет ее, не отбирает курицу. Ричард, Ричард, иди тебе там, Ричард. Ричард, как ее там? Я не знаю, как вот его, как курицу, он не реагирует, ты видишь. Курицу как Ричарду еще, да. Подожди. Ричард. Сейчас не кидай. Ричард, иди курочку дам, Ричард. Не реагирует, ты видишь. Может попробовать там на мостки стать. И... Пойдем туда. Потому что, Лолочки видишь, дали, Лолочки дали, а Ричард не подходит. Пусть доедает курочку, да. Я еще раз скажу, какой джентльмен, правда, это Чип, ага. Не стал отбирать у Лолочки. Лолочка, кушай, девочка. Наверное, за Лолой пытается ухаживать, я так думаю. Ну, вот он, Чип. Ну, он весь день. Да Лола, не Лолочка, он не претендует на твою курицу, Лол. Лола, он джентльмен. Он не претендует. Ну, она думает, что он претендует. Лола, он не претендует даже.